дрались бояре, и у холопов трещали чубы, так они трещат. У нас все-таки во власти должны быть профессионалы. Лучше быть региональной державой с глобальным президентом, чем глобальной державой с региональным президентом. Как хорошо, вот, что в нашей программе есть анекдоты. Мне кажется, Янукович уже надо помалкивать, уехать куда-нибудь подальше в Сибирь, в деревню, и больше не показываться на политической арене. Когда ребенок рождался в семье мужского пола, в чувашской семье говорили «солдат Пумалабулдов», то есть чтобы был солдатом, чтобы отслужил смысл.